90% смертей от рака легких, 75% от хронического бронхита, 25% от ишемической болезни сердца в мире обусловлены курением. Об этом заявляет Всемирная организация здравоохранения. Правда, вот борется с опасной зависимостью, сообща всего один день в году. В последний четверг ноября в большинстве стран отмечается Международный день отказа от курения. Курение – верный путь на операционный стол. Об этом постоянно говорят все врачи, но курильщики их почему-то слушать не хотят. Пока сами не оказываются в роли пациента, которого готовят к оперативному вмешательству. Заядлые курильщики в Бурманской областной больнице – частые гости. И хорошо, если диагноз удается поставить на ранней стадии развития болезни, как у этого мужчины с неясными процессами в легких. В данном случае у пациента выраженных симптомов нет, потому что он на ранних стадиях вовремя диагностировал свое заболевание, то есть при прохождении профосмотра сделал флюорографию, у него выявлены изменения в легких. Вот. Клинических изменений пока у него нет, но вот для того, чтобы вовремя и с эффектом лечения получить, мы вот выполняем диагностические операции. Диагностическая операция – это когда у пациента берут на анализ образец ткани легкого. И лишь потом можно будет точно сказать, к чему человека под наркозом привело курение. Самые распространенные диагнозы – рак, саркоидоз и даже туберкулез. Понятно, что этим болезням подвержены и некурящие граждане. Однако те, кто не расстаются с сигаретой, ими страдают чаще. Табачный дым выступает своеобразным катализатором заболевания. У пациента, значит, можно сказать, изменения всего правого легкого, черная пигментация на плевре и на легочной ткани. Это результат десятилетнего стажа курения. Однако, даже несмотря на такую страшную картину, бросать не поздно. Легкие могут восстановиться. Для этого нужно время. В среднем несколько месяцев. Однако избавиться от сигареты зачастую непросто. Несмотря на то, что многие курение считают привычкой, на деле это настоящая зависимость. Сродни наркотической. А значит, и победить ее в некоторых случаях можно лишь с помощью профессионалов.